Александр Дорошенко – пенсионер. Мужчина взял кредит в банке, чтобы заплатить за проведение газа. 67 мне лет, газа я не видал. В центре Донбасса живу, правильно? Ну, за центральный газопровод 20 тысяч пошло у меня. Не считая основной работы по вводе, по газификации своего дома. Николай Билан также откладывал деньги на подключение к газу. Ждали долго. В середине июля приступили. Ну вот за это время уже приложено больше 3 км. Там отдельные участки заканчивают. Я рад, что в детей моих будет уже газ в доме. Но собранных людьми денег для расчета с подрядчиком не хватило, рассказывает Галина Куприенко. Поэтому жители поселка решили обратиться за помощью к председателю областного совета. Пришли к нему на прием. Наши жители сдали уже по 21 тысячи. Каждый двор, который подключается к газопроводу. И мы фактически уже газопровод построили. Построили своими силами. Просто не хватает денег рассчитаться за строительно-монтажные работы. Поэтому мы пришли к Андрею Михайловичу, чтобы нам, ну, может, не поможет, но хотя бы подскажет, как нам выйти из этого положения, где нам достать хотя бы немного. На сегодняшний день задание всем ответственным организаторам уже роздано. И сейчас прорабатывается механизм оказания поддержки данному предприятию, которое проводит газификацию. Потому что мы должны, кроме того, чтобы оказать еще поддержку людям, мы еще должны все сделать правильно и законно. С коммунальным благом люди будут уже в ноябре. Газ проведут в 21 дом. Инга Лапикова, Роман Фролов, Георгий Жилич, Артем Молчанов. Панорама.